Во второй симфонии ее, являющейся также программной и называющейся пастораль, колорит становится более терпким. Она создавалась композитором на просторах Атлантического океана по пути в Европу. Просто так в партитуре и написано «En mer Atlantique» в 1919 году. И это очень слышится в музыке. В первой части такой очень порывистой, резкой, порыва морского ветра. Вторая, лично у меня, вызывает ассоциации такого причудливого колыхания волн. Исполнительский состав здесь меньше, он сжат до септета. И септет становится на некоторый период времени определенным таким стилевым составом для мио. Вместе с тем здесь появляются новые инструменты. Это английский рожок, контрабас и фагот. Thank you.
Thank you.